Зачем нужна кольчужная броня? История начинается с версии 0.24 Survival Test 0.3. Именно тогда добавили кольчугу в игру. Правда, в самой игре она не использовалась. Но после версии NDEF все изменилось. Для кольчуги был добавлен крафт из огня, который можно было получить только модами или командой. Тогда зачем нужен этот крафт? Ноч ответил: кольчуга не вписывалась в игру, а крафт был просто временным. С тех пор кольчуга была недоступна в выживании, пока не вышла версия 1.3.1, в которой жители смогли продавать кольчугу за изумруды. В 1.4.2 зомби и скелеты смогли носить и дропать кольчугу. В 1.8 крафт из огня был убран, так как был убран сам огонь. И с 1.14 кольчугу можно найти в особняке. Как итог, ее защита что-то между золотой и железной броней. Она не очень прочна, и ее трудно получить. То есть получается, смысла нет? Ну да, но вы можете сделать челлендж по получению кольчуги и кайфовать, когда всю ее соберете.